Федор Яковлевич Алексеев. Русский художник, пейзажист, известный мастер городского пейзажа. Его можно назвать первопроходцем в жанре городского пейзажа. Акварель «Троицы Сергиевой Лавры» была написана в 1800 году в серии картин с московскими видами. Такое задание художник получил от императора Павла. В течение полутора лет Алексеев создавал холсты и изображения городских пейзажей Москвы. После кончины художника наследники передали в Эрмитаж акварельные этюды, среди которых была изображена Троица Сергиева Лавра. Жанр произведения – городской пейзаж, ведута. Конечно, назвать изображение Троицы Сергиевой Лавры городским пейзажем не совсем корректно, так как Лавра расположена в некотором отдалении от Москвы, и жизнь здесь проходит вне городской суеты. Тем не менее, работа выполнена в жанре городского пейзажа, хотя и с особым отношением к изображаемому месту. Композиция картины линейная. На переднем плане зритель видит просторный зеленый двор, ровный ряд деревьев, бросающих тень. Двор, пересеченный тропинками, залит солнцем. Здесь царит тишь и спокойствие. Справа изображен Успенский собор. Высокая, кажущаяся ажурная колокольня. За ними в тени деревьев однокупольная церковь, сошествие Святого Духа на апостола. С левой стороны храм преподобного Сергия. Перед ним виднеется трапезная палата. Изображения с обеих сторон вытягиваются в перспективе, словно устремляются к белоснежному Свято-Троицкому собору на заднем плане. Свято-Троицкий собор построен еще в 15 веке. Это самый древний храм в Лавре. Цветовая палитра выдержана преимущественно в светлых тонах. Золотятся купола белых церквей, нежная зелень травы, желтеющие дорожки, высокое голубое небо в легких облачках. Акварельные краски сами по себе нежны. И кроме того, чувствуется, что художник бережно относился к изображению этого места, святого для него. Старался передать особую атмосферу лавры. Свет в картине падает справа, так как справа ложится густая тень деревьев. Солнце высвечивает купола, заливает двор, свет плещется в небе, создавая впечатление тихой радости. Идея картины – передать красоту лавры, которая не только в архитектуре храмов, но и в особом духе ее. Художнику удалось запечатлеть свет, тишину, благодать и передать зрителю тихую радость созерцания Троицы Сергиевой Лавры, такой близкой горнему миру. История монастыря богата. В Лавре покоится мощи преподобного Сергия Радонежского и не только его. Древний монастырь не оставался в стороне от борьбы с монголо-татарским игом, с поляками в смутное время, был на стороне Петра I в его противоборстве с царевной Софией. Здесь зритель видит Лавру в том состоянии, в каком она была еще до войны с Наполеоном и до изменений в XIX веке. Потомки могут увидеть первозданный вид Троицы Сергиевой Лавры, одного из оплотов православия, который был заложен в XIV веке.